Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм елочки. Вот так вот он выглядит у нас в запечатанном виде. Вот у нас так вот представлено упаковочки. Вот так вот выглядит. Вот посмотрите, на фотографии у нас костюм елочки. Длинный в пол. Платье длинное в пол. Удобный пакет с ручкой. Это новинка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм елочки. Что у нас входит в комплект? У нас в комплект входит вот такой вот головной убор. Ободочек с елочкой. Давайте распечатаем его, посмотрим без упаковочки, как выглядит головной убор. Вот можете смотреть, ярко-салатового цвета с зеленой елочкой пайетки на ней. Здесь у нас звезда блестящая, желтая такая. Как шарики на кончиках у нас. Головной убор универсальный, абсолютно на любую голову одевается. Вот, ну, это просто ободочек обычный. Сзади это выглядит вот так. Вот такой вот головной убор. В комплект у нас входит зеленый подъюбник. Ну, он расправляется. Подъюбник под платье одевается, на резиночке тянется. То есть, чтобы платьице было пышное. Вот такой вот замечательный большой подъюбник. Платье можно носить и без подъюбника, но под подъюбник оно будет пышнее и растянется будет чуть короче. И, конечно же, в комплект у нас входит зеленое платье. Вот такое вот блестящее зеленое платье. Здесь, посмотрите, на груди у нас маленькая елочка уже с цветочками. На платье пришиты у нас бантики золотистые с красным. Помимо бантиков у нас также на платье пришиты снежинки. Бантики-снежинки идут по всему платью. Плюс сверху прозрачная ткань с такими как блестки, она похожа на пайетки цветные. Голубые, розовые, зеленые, синие. Все это переливается. Короткие рукавчики у нас, вот можете посмотреть, из зеленой ткани, все так же блестит, все с пайетками. Вот так вот вы можете видеть, переливается. И на рукавчиках у нас бантики также пришиты, короткие рукавчики. Посмотрим, как выглядит платье сзади. Сзади платье у нас идет на молнии, вот оно расстегивается, вы можете видеть. По контуру шеи у нас идет тесьма пришитая. Вот вы видите, все блестит, все переливается. И сзади вот так вот это выглядит. Вот можете посмотреть, длинная в пол, также многослойная. Здесь у нас пайеточная ткань, тоже все вот так блестит. Ну, настоящий прям Новый год. Очень популярные костюмы елки на Новый год. Вот видите, она многослойная, вот так вот это выглядит. Очень красивый костюмчик. Если вы приобретете данный костюм, будете самыми красивыми на празднике Нового года. Вот полностью набор, то есть подъюбник, платье и головной убор. Если вам понравился костюм елочки, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.